Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namaste Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneswari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hari Priya Vrindai Tulasi Devai Priya Ai Kesavasacha Krishna Bhakti Pradadevi Satyavatari Namo Namo Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Vasadi Gauru Bhakta Vrinda Vala Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Vala Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Прежде всего, моему Гуру Пада Падме и Талила Правишна Ом Вишнапада Аштата Рашата Шри Шримад Бхакти Шри Рупи Сиддханте Госвами Махараджа. Я предлагаю бесконечное саштанга дандават пранама, склоняясь к его лотосным стопам, также моему шикше Гуру Пада Падме и Талила Правишна Ом Вишнапада Аштата Рашата Шри Шримад Бхакти Веданте Шри Линарайне Госвами Махараджа. Я предлагаю свои Шрадха Пушпанджали, возлагая их к его лотосным стопам. Также я прошу всех вайшнавов и вайшнави принять мои пранамы, поклоны. Харе Кришна. Мы слушали о том, что когда Махапрабху угощали сладостями, он сам их не кушал, но угощал своих бхакт. Каких именно бхакт? Каких преданных? Те, которые совершали киртан. Этих женщин Махапрабху кормил сладостями. В чем учение данной лилы? Когда мы совершаем киртан, то обретем все сладостное. Например, в нашем храме каждый день сладкое. Те, кто совершает баджан, обретут все сладкое, то есть все благоприятное в своей жизни. Когда Махапрабху подрос, его старший брат Вишварупа, какая лила связана с Вишварупой? Он посещал занятия в школе Адвайта Ачарьи. Махапрабху был еще маленьким в это время, поэтому он, как все дети, ходил голеньким. Раньше детей так не одевали рано. А сейчас ребенок только рождается, его сразу уже одевают. Нет, раньше было по-другому. Дети голышом бегали, купались тоже голышом. Во Враджа, например, походите по разным деревьям. Детишки голышом бегают. На Радхакунде я был некоторое время назад, даже уже девочка повзрослее тоже голышом принимала омовение. Итак, Махапрабху бегал, играл без одежды, голеньким. Когда его мама готовила дома подношения для Господа, она, поскольку школа Двайтачари находилась рядом, просила Нимая сходить в эту школу и позвать своего старшего брата Вишварупу принять прасад. И в один из дней Махапрабху пошел в эту школу. Кто там учился? Бхакты Махапрабху. Ведь Адвайта Ачарья — это сада Шива, Шанкара Панча Мукха Рамнама Гана Трипурари пяти устами воспевают имена Господа. Поэтому Пураны Бхагаватам Рамаяна Пураны Бхагаватам Рамаяна были поведаны изначально самим Шанкарой. Поэтому Адвайта Ачарья, будучи самим Садашивой, учил, естественно, в своей школе бхакти, преданности Господу. Он объяснял все в ключе бхакти. Преданные, слушая объяснения Адвайта Ачарьи, были очень рады. Махапрабху пришел в эту школу, где Адвайта Ачарья учил преданных. Как только Нимай Махапрабху зашел, все обучение прекратилось. Как только Господь зашел в школу, занятие остановилось, и все устремили свои взоры на Господа.
Махапрабху тогда потянул своего старшего брата Вишварупа за одежду и позвал: «О, Бая, о, братец, матушка приготовила угощение. Пожалуйста, пойдем почитать прасад». Одной рукой Махапрабху тянул Вишварупа за одежду, а в другую сторону он повернулся и смотрел искоса на Адвайту Ачарью. Адвайта Ачарья был поражен, почему его сердце, его ум привлечен этим ребенком. Ведь Адвайта Ачарья — это сам Садашива Махавишну, необычная личность. Поэтому как он мог привлечься обычным ребенком? А Махапрабху смотрел на него, как бы говоря: «То что, не узнаешь меня? Я отдыхал в Кирсамундре, а ты призвал меня. Ты же меня призвал, и ты теперь меня не узнаешь? Ну ничего, через некоторое время я раскрою себя тебе». Так Махапрабху смотрел на Адвайта Ачарью. Апана Прастава Шони Шри Гаура Сундара, цитата. Когда Махапрабху зашел в школу Адвайта Ачарью, что он услышал? О чем говорил Адвайта Ачарья? Он услышал катху о Господе Киртан. Поэтому, зайдя в школу, Махапрабху услышал свою собственную славу. Он увидел, как преданные восхваляют Господа, обсуждают Его деяния. Видя это, Господь Махапрабху был очень счастлив. Прабхупада объясняет значение мадха. Мадханти васати чатра ятха матра. Мадх — это там, где ученики живут и изучают духовную науку, где огонь Харикатхи постоянно горит. Прабхупада Сарасвати дал наставление, что огонь Харикатхи никогда не должен уменьшаться. Всегда данный огонь должен только разгораться все сильнее и сильнее, а не затухать. Когда мы восхваляем Господа, совершаем киртан, наш ум устремлен лишь к Всевышнему. Он не слоняется по сторонам. Поэтому нужно стараться всегда занимать себя в Харикатхе. Все разговоры этого мира бесполезны. Если спросить людей, как вы, они скажут: «Все хорошо», но это обычный, вежливый ответ. Но если поговорить по душам, то вы узнаете, что у человека те или иные трудности с детьми, с работой, с членами семьи. Невестка не слушается, офис закрыли, где работает человек. Всегда есть те или иные проблемы, те или иные головные боли. Но когда мы слушаем повествование о Господе, даже 10-15 минут, наш ум обретает шанти, умиротворение. Почему? Потому что это повествование о Всевышнем. Поэтому Шанкара говорит Парвати: «Манджана фал», цитата. Шанкара описывает, что если мы обмываемся в Ганге, повествовании о Господе, то что происходит? Из ворон мы превращаемся в кукушки, в кукушек, а из цапель — в прекрасных лебедей. Наше сердце меняется благодаря повествованиям о Господе. Поэтому, когда Махапрабху вошел в школу Адвайта Ачарьи и услышал, что преданные прославляют Господа, обсуждают катху, повествование о нем, он был очень доволен. Ведь что Махапрабху услышал? Славу Всевышнего. Если я скажу, например: «Сингала Прабху, такой замечательный человек, у него очень мягкая, сладостная природа, он всем помогает», будет доволен этот преданный? Да, будет тем, что его хвалят. А здесь кого хвалили? Чью славу воспевали? Господа. Катху о нем обсуждали. Господь признается, что он наиболее всего доволен теми, кто обсуждает его повествование, распространяет его славу. Ранее мы обсуждали, что в Шримад-Бхагаватам описываются 24 гуру Авадута. Один из этих гуру — девушка. Что это за история? Девушка
должна была выйти замуж. Но сначала женихи посещали дома потенциальной невесты, чтобы посмотреть на саму девушку, на дом, на ее семью. И вот когда потенциальные женихи пришли в дом этой девушки, она оказалась дома одна, членов ее семьи в это время не было дома, они ушли по делам. Было принято, что она должна была накормить гостей. И она начала тогда обмалывать рис, чтобы приготовить подношение для пришедших. То есть она насыпала рис и начала его обмолачивать. Но браслеты на ее руках начали звенеть в это время. Она подумала: «О, потенциальные женихи пришли в дом своего потенциального свекра. Если они услышат звук моих браслетов, то что подумают, что других подношений в доме нету, и мы настолько бедные, что приходится рис обмолачивать, а не покупать рис более высокого качества, который не нужно обмолачивать». И чтобы такая мысль не закралась в ум гостей, она начала снимать свои браслеты, но они все равно звенели. Даже когда она оставила по двум браслетам на каждой руке, они все равно звенели. И ей поэтому пришлось оставить по одному браслету на каждой руке. Учение этой истории следующее. Совершать баджу нужно в одиночестве, так же, как она оставила один браслет. Потому что если будет 2-3 браслета на руке, они будут звенеть. Подобным образом, когда даже 2-3 преданных, между ними возникают разногласия. Но в мадхах, которые установил Прабхупада, сколько живут преданных? 30, 50, 70 и более. Почему? Разве это нарушение указания Бхагаватам? Нет. Объяснение следующее. До замужества девушки в Индии не носят много браслетов, как правило, один браслет. Но после замужества они одевают множество браслетов. Например, в Орисе носят браслеты от запястья до локтя после брака. Так они украшены приходят в дом своего мужа и его отца. И отца мужа. Почему? Для чего они так делают? Потому что когда они будут выполнять работу по дому, их браслеты будут мелодично позванивать. Кроме того, в нашей стране принято, что замужние девушки носят нупуры, ножные цепочки с колокольчиками. Для чего? Когда девушка замужняя идет, колокольчики на ее лодыжках мелодично позванивают. Этот звук, а также звук ее браслетов на руках слышит муж девушки и очень радуется. «О, моя супруга хлопочет по дому, готовит, стирает, убирается». Эти звуки доставляют огромное наслаждение мужу девушки, потому что он знает, что она делом занимается. Подобным образом, когда многие брахмачари, саньяси, собираются в мадхе, что они делают? Они не нарушают указания Бхагаватам совершать баджан поодиночке, ведь вместе они собираются, чтобы совершать киртан. Когда вместе собираются преданным, еще больше удовольствия. Все играют на мридангах, караталах, восклицают «Хари бол, Хари бол». Больше радости, чем когда мы поодиночке практикуем. И для кого мы это делаем? Ради нашего главного супруга Джаганнатха. Он очень доволен, рад нашим совместным усилиям. То есть мы собираемся вместе, чтобы порадовать Господа, так же, как браслеты, которые вместе звучат у замужней девушки на руках. Итак, Махапрабху, услышав повествование о Господе в школе Адвайта Ачарьи, был очень рад. Ведь Господь очень рад, когда мы Его восхваляем. Далее. Прабху Деки Бхакта Моха. Когда Махапрабху вошел в школу, все обучение остановилось, и все посмотрели на Нимая. Кто это? Наш ум привлекается этим малышом. Почему так произошло? Прабху Дайки Бхакта Моха Сабхавики Хоя.
Господь дарует преданным свой даршан, и бхакты естественным образом привлекаются Господом, очаровываются им. Это свабхава природа. Вина Абхавана Дасара Читталой. Господь дарует свой даршан преданным и крадет их сердца, привлекает преданных к себе. Поэтому и говорится Анубхавара Дасара Читталой. Господу даже не нужно прикладывать усилия, чтобы покорить преданных. Они привлекаются им. Это естественно для них, их свабава, природа. Вишварупа, старший брат Махапрабху, приходил домой кушать, но он не вовлекался ни в какие мирские разговоры. Его привлекали лишь повествования о Господе. Ничего материальное его не интересовало. В каждом доме есть мандир, храм Господа. Вишварупа, когда возвращался домой, брал немного просада, ни с кем не разговаривал, шел к небольшому храму в доме домашнего божества и повторял святое имя. Громче. Так, сидя около божества домашнего, Вишварупа повторял Харинам. Он почитал просад очень быстро и скорее возвращался в школу Адвайта Ачари. Почему? Ведь там всегда было обсуждение тем, связанных с Господом. Сам Адвайта Ачари рассказывал Катху о Всевышнем. Все родители чего хотят? Когда они достигают преклонного возраста, то стараются выдать сына поскорее замуж, найти поскорее жену, подходящую для сына. Почему? Потому что маме в преклонном возрасте уже тяжело делать всю работу по дому. И если появится невестка, то свекрови будет полегче. Мать Вишварупы и Нимая была уже в преклонном возрасте. Почему? Ведь до этих двух детей у нее ранее было 8 девочек, которые умерли. Затем уже явился Вишварупа. То есть посчитайте примерно сколько лет. 8 дочерей, потом Вишварупа, потом уже Нимая. Поэтому, конечно же, Чимата, мать Вишварупы и Нимая, была уже в почтенном возрасте. Ранее детей отдавали замуж очень рано. Для мальчиков возраст брака 16-18 был принят, для девочек 14-15 лет. И тогда брак был очень крепкий, ум был устойчивый. Правила, которые существовали ранее, совершенно. Поэтому, когда Вишварупа подрос, Шачимата начала искать ему подходящую невестку, чтобы она в том числе помогала ей по хозяйству, и ей было попроще, она смогла побольше отдыхать. Когда постепенно весть о том, что Шачимата ищет подходящую невесту для Вишварупы, распространилась повсюду, Вишварупа тоже узнал об этом, и он так расстроился, потому что семейная жизнь абсолютно бесполезная. Почему он так посчитал? Причина следующая. Сарва Шастра Марма Джани Вишварупа Дхир. Цитата. В школе Адвайта Ачари, Сада Шивы, самого Шанкара, Вишварупа слышал повествование о Господе. Катха Адвайта Ачари была необычайно могущественна. Сарва Шастра Пар, Веда, Пурана, Упанишады, все грандхи призывают лишь к одному. К чему? Шрути Сиданта Иха Уругари. Бальджия Рам Савкаджи Бесари. Все священные писания взывают. Они объясняют нам, что есть 8 400 000 видов тел. Среди них очень редко тело человека. Оно обретается лишь по необычайной удаче. Господь Рамачандра рассказал жителям Айодхи Саданадхам Мокша Каридвара. Цитата. Господь Рама поведал жителям Айодхи: «Послушайте, тело
человека очень редко. Душа скитается среди 8 400 000 жизней. Все формы жизни, кроме тела человека, подобны закрытой двери к освобождению. Лишь обретя тело человека, можно совершать баджан, следовать пути бхакти, духовной практике, поклоняться Господу, благодаря этому освободиться из круговорота рождения и смерти. Пайна Джейхи Паралока Савару. Но что зачастую делают люди? Тратят свою человеческую ценную жизнь на чувственное удовольствие. Но тогда нет гарантии, что Господь снова подарит им такую золотую возможность, такой золотой шанс, и снова подарит тело человеку, если не использовать жизнь по назначению. Поэтому, изучив все священные труды под руководством Адвайты Ачарьи, Вишварупа Дхир был очень серьезен. Он понял, что эта жизнь только для баджана. В любой жизни можно есть, кушать, спать, порождать себе подобных. Но только в теле человека можно обрести освобождение. Это единственная открытая дверь к освобождению. И эту жизнь Господь дарует нам не раз за разом, а очень редко. Это Его особая милость. Поэтому, что говорится, «Турнам ятет на патет анумритта яван» — как можно скорее, что делать, «Баджия рам садкаджа бисари» — как можно скорее поклоняйтесь Раме, Господу. Все остальные дела можно задвинуть. Не следует тратить время попусту. Даже один вдох, выдох вы не вернете за крор рупи, за 1000 рупий, например, Амбани. Человек оставлял тело с именем Амбани. Родственники попросили, можете ли вы вернуть нашему умирающему 4 вдоха? Нет, это невозможно. Какие бы деньги, какие бы богатства мы ни заплатили, каждый наш вдох и выдох необычайно ценен. И когда же наше дыхание действительно достигает своего предназначения, когда мы сопровождаем его воспеванием святого имени? Только когда мы воспеваем имя Господа, наш вдох, наш выдох, наша жизнь успешны. Иначе все это ради чего? Все тщетно. Все священные писания призывают совершать баджан, поклоняться Господу. Поэтому Вишварупа и оставил все, приняв саньясу, он стал садху, посвятил себя баджану, поклонению Господу. Его имя после саньяса было Шанкарамани. Любые Шанакарарани. Если чьи-либо родители узнают, что их сын принял саньясу, обрадуются они или нет? Нет. Потому что родители хотят, чтобы когда они достигнут преклонного возраста, дети заботились о них. Ведь это принято у нас в Индии. Например, в Европе родители отдают в дом престарелых. Могут иногда в день рождения какую-то посылку передать, подарок вручить. Все, на этом отношения с родителями закончились. Жизнь в западных странах сухая, подобно пустыне. Мы думаем, что ой, на Западе так хорошо жить. Да там пустыня на самом деле, там нет никакого счастья. Но в Бхарате, в Индии, какие правила? Принято, что невеста помогает, затем все заботятся вместе о детях, внуках. На Западе не так. 16 лет ребенку исполняется, все, его могут сказать, иди, живи отдельно, работай, поддерживай себя сам. Это жизнь сухая, подобная пустыне. И Шачимата, естественно, думала, что когда Вишварупа подрастет, он женится, появятся внуки, невестка будет помогать, и она будет нянчиться с детьми. Но этому не суждено было исполниться, поскольку Вишварупа принял саньясу. Естественно, Шачимата очень расстроилась и начала плакать. Тогда деревенские жители утешали ее и ее супруга Джаганатху Мишри. Ведь деревенские жители, как правило, знают, что у кого происходит, все обсуждают, поддерживают, помогают, дают советы. Что говорили деревенские жители
Джаганатхи Мишри и Шичимати, Гоштхичи Пуруши Джара Кара Саньяса Цитата. Послушайте, почему вы плачете, сказали соседи. Зачем вы льете слезы? Гоштхите Пурушаджара Кора Саньяса, если в чьей-либо семье ребенок принимает саньясу, то какое благо обретает род? Трикоти кулера хоя три шри вайкунхабас. 30 миллионов достигают вайкунхи. Рисимха что говорит? 3 саптахи, то есть 3 на 7, 3×7, 21 поколение достигает освобождения. А в одном из писаний указывается, что 108 поколений достигают блага. А в этой шлоке Бриндаван Дас Тхакур описывает, что 30 миллионов трикоти кулера достигают вайкунхи, шри вайкунха васа. Если кто-либо принимает саньясу, чтобы поклоняться Господу, следовать пути бхакти, такое благо обретает весь род. Поэтому ваши семьи удачливы, они благословлены тем, что вы совершаете духовную практику. Следовать пути бхакти не так-то просто. Кроры, миллионы жизней нужно зарабатывать сукрити, духовное благочестие, чтобы обрести такую возможность. Браман Дабрамиде Кон. Кто же благословенная душа, которая по милости Гуру Кришны может обрести бхакти лата биджа, семечко вредного служения? Необычная душа, а та, у которой очень много духовного благочестия. Поэтому соседи утешали родителей Вишварупы, просили их: не печальтесь, вы благословлены тем, что ваш старший сын принял саньясу. Джагат Пошана Каре, Джагат Иранадха, цитата. Не волнуйтесь. Мы иногда думаем, что выучимся, сможем зарабатывать и затем жить достойно. Но нет, кто поддерживает всех? Джагат Иранадх. Это уже потом разговор, когда подумали о том, чтобы Нимая не надо учить, чтобы он тоже не принял саньясу. Это Джаганатха Мишра говорит своей супруге Шичимати, когда они обсуждают, нужно ли учить Нимая или нет. И Джаганатха Мишра говорит, что хорошее образование еще не гарантирует достойную жизнь. Всех поддерживает Господь Всевышний, поэтому его называют Вишва Бара. Он поддерживает все мироздание Вишва. Какая история подтверждает это? Однажды Арджуна и Кришна явили следующую лилу. Арджуна спросил, почему это тебя называют Вишвамбара? Что кроме тебя никто не может поддерживать? Почему мне ты Вишвамбара? Кришна тогда предложил, ну, Арджуна, пойдем. Они отправились вместе к океану. Там они на берегу океана увидели камень, подняли его, начали его как бы потрясывать и увидели там внутри этого камешка, там было отверстие, там сидел муравейчик, и у него в ротике было зернышко. И Кришна сказал, вот Арджуна, скажи мне, как так получилось, что на берегу моря есть камешек, там внутри муравейчик, и у него зернышко во рту? Как это возможно вообще на берегу океана муравей с зернышком? Кто ему зернышко послал на берег-то океана? Господь позаботился. Чинтамани. Чинтамани также означает, что Господь читта, то есть что Он заботится, думает обо всех, исполняет их желания. Поэтому именно Господь — это Вишвамбара, тот, кто поддерживает всех. Поэтому Джаганатха Мишра и сказал Шачимати, Джагатапошна Кора Джагатаранадх. Именно Джаганатх, то есть Господь, повелитель мира, поддерживает всех. Пандита Поша Кеба Кахила Томата. Еще не гарантия, что хорошее образование позволит человеку жить достойной жизнью, получать высокую заработную плату. О всех заботится Господь, поддерживает всех Всевышних, поэтому нет необходимости переживать. И возвращаясь к более раннему обсуждению, соседи сказали, не переживайте, ваш сын принял саньясу, поэтому 30 миллионов предков получат освобождение. А потом уже была вот эта лила с тем, учить Нимая, либо не учить, чтобы он тоже саньясу не принял. Еще раз громче.